Сейдар Айлич Алиев был фигурой знаковой во многих смыслах. Он входил в советское руководство, и в этом советском руководстве, к сожалению, дряхлеющем, он был одной из самых ярких фигур. Более того, он, как всем нам хорошо известно, отвечал за очень широкий фронт работ в Советском Союзе. И с удивительной энергией за эти работы взялся и блестяще с ними справлялся. Я могу говорить только о той сфере, которая мне ближе, образование. Он не был непосредственным куратором всей области образования, но к образованию относился всегда и в советский период, и уже в азербайджанский период, я тоже это знаю, относился с огромным вниманием и пониманием. И знаю, что когда, собственно, перед нашим университетом вставали проблемы, в том числе связанные с резким увеличением числа иностранных учащихся, с необходимостью решения бытовых вопросов, учебного обеспечения, то Гейдар Ильич, понимая, насколько это важно, подготовка кадров для Советского Союза, в том числе для республик Советского Союза, и тех, кто приехал из Азербайджана, и из многих, практически из всех республик Советского Союза, так и из зарубежных стран, как это важно подготовить новое поколение людей, которые будут заниматься международными делами. И он университету помогал, в том числе в части, касающейся приглашения новых преподавателей, профессоров, открытия новых ставок в университете, оказания поддержки и помощи в завершении строительства и обустройстве этого нового здания. Поэтому для нас, для университета, Гейдар Ильич, будучи одним из руководителей Советского Союза, был фигурой исключительно уважаемой и почитаемой в университете. То, что мы знали, сколько внимания и времени он уделяет образованию в целом, и в том числе, в общем, небольшому такому университету, которым был наш университет. То, что Азербайджан, естественно, суверенное государство и осуществляет свою самостоятельную внешнюю политику, я думаю, что в этом ни у кого абсолютно нет сомнений. И, естественно, как я полагаю, выстраивает внешнюю политику в Баку, руководители, и прежде всего руководитель, президент, естественно, исходит прежде всего из понимания интересов своей страны. Мне кажется, что очень важно, несмотря на то, что мы переживаем непростые времена сегодня в развитии международных отношений, очень важно, чтобы сохранялся тот приоритет, который был и Гейдаром Ильичем определен, и Ильхам Гейдаровичем последовательно проводился. Это развитие, всестороннее развитие отношений между Азербайджаном и Россией.